первой премьерой 2022 года оказался концептуальный электромобиль Vision EQXX от марки Mercedes-Benz. Проект, больше похожий на концепты 40-летней давности, когда инженеры и дизайнеры только открывали для себя и мира эпоху биодизайна, а вместе с ней — вселенную современной аэродинамики. Тогда негласной целью глобального автопрома было достичь расхода топлива, притом неважно бензина или солярки, на уровне 1 литра на сотню километров. А теперь общая задача, чтобы электромобили на ту самую сотню километров расходовали не более 10 кВт-часов электрической энергии. Собственно, EQXX доказывает, что эта цель вполне достижима. Притом достижима не обтекаемой мыльницей на велосипедных колесах, а почти двухтонным 5-метровым седаном. Правда, внушительный габарит от бампера до бампера — заслуга длинного хвоста, который успокаивает сбегающий воздушный поток. Благодаря этому и другим ухищрениям концепт имеет очень низкий коэффициент сопротивления. Притом борьба за улучшение аэродинамики велась по всем фронтам. Поэтому, например, задняя колея уже, чем передняя. И даже удивительно, что немцы обошлись без сложной машинерии. Электропривод имеет лишь диффузор под задним и жалюзи под передним бампером. Сам кузов заслуживает отдельного внимания. Он по большей части скроен из сверхвысокопрочной стали, но для дверей использованы разнообразные пластики, а еще полсотни деталей выполнены из перспективного материала UBQ от одноименной израильской компании. Это легкий композит из вторичного сырья. А этот задний подрамник. Он целиком отлит из алюминия, но имеет ажурную конструкцию, дабы предельно снизить собственную массу. На снижение массы также работают композитные пружины подвески, алюминиевые тормозные диски и магниевые колеса. В итоге заднеприводный электромобиль весит 1750 кг, практически на тонну меньше серийных машин такого класса. В движение Mercedes приводит единственный 200-сильный мотор. Тяговая батарея емкостью около сотни киловатт-часов. Она вдвое компактнее и намного легче серийных аналогов, так как заполучила немало передовых решений. Как итог, 1000 километров пробега на одной зарядке, из которых 25 можно получить, просто оставив машину погожим днем на улице. Ведь вместо крыши здесь солнечная панель. И это лишь часть из целого моря инноваций, которые через пару лет примерят серийные Мерседесы.